Меня зовут Иван Серебренников. У нас основной проект — это каршеринг «Карусель». Мы первый на рынке лоу-кост, имеем более 700 машин. Запустились в 2017 году. В конце в этом году у нас есть подпроект — это шеринг электросамокатов. За последние два года в мире это большой хайп, большой тренд. В Америке, в Калифорнии уже есть компании, такие как Bird, Uber с проектом Jump, с парком более 400 тысяч самокатов. Мы пытаемся запустить только 1100 для сравнения. Как это работает? Есть приложение, оно у нас уже есть. Там автомобили, там 200 тысяч релевантной аудитории, которые с пришитыми картами. То есть на маркетинг тратиться вообще не нужно. Это аудитория от 18 до 25 лет. Сейчас в Москве рынок очень свободный. Есть всего две компании. Это компания Whoosh, которая запустилась в этом году. Компания Daily Самокат, которая уже второй год на рынке. Минусы этих проектов в том, что они используют бытовые электросамокаты. Именно этот самокат был произведен на единственном заводе в Китае, на котором производятся как раз мировые бренды, как Bird, Uber и Lime. Из плюсов и минусов. Плюсы в том, что у нас есть уже готовые IT-решения, у нас есть уже готовая аудитория. Самое главное, что стоимость этого самоката в 15 раз дешевле, чем машины, а стоимость аренды абсолютно такая же. То есть там юнит-экономика очень великолепная. Всего 3 поездки в день по 30 минут дают компании 500 рублей выручки, и на 170 рублей костов это 70% рентабельности, собственно говоря, продаж. Минусы конкурентов уже сказал, то что у них бытовые самокаты, их могут воровать, они с кнопками, их можно перепрошить, перекрасить и использовать. Этот самокат абсолютно без кнопок, его не продашь на запчасти, его нельзя использовать в быту, он очень тяжелый, он очень прочный, у него в 2,5 раза усиленная батарея, мы сравнивали с теми же Xiaomi и Naibot'ом, которые используют конкуренты, они проезжают в 3 раза меньше, чем этот, и скорость у них также ниже, и мощность, они не могут в гору заехать, ну, в общем, куча проблем. Вот, кстати, юнит-экономика, 3,5 поездки в день по 30 минут, выручка 510 рублей на один самокат, косты 137 рублей, прибыль 373 рубля. Мы планируем потратить на все это дело 50 миллионов, из них 10 миллионов мы уже потратили сами. В конце я покажу, самокаты произведенные, стоят на заводе в Китае, их можно забирать, везти в Москву и на них кататься. Из-за того, что проект чуть-чуть подзатянулся в этом году, мы немножко отстаем от наших планов, то в этом году будет не сильно много прибыли, и она, соответственно, проект в этом году не отобьется. Он отобьется только в следующем, а за 3 года мы заработаем 400 миллионов рублей чистого денежного потока и 5550 самокатов, какие они там останутся, уже живые или полуживые, но тем не менее они будут. Оцениваем мы проект 2 миллиарда, это именно стоимость активов, денег и самокатов, а также постпрогнозный период роста, это последующие 3 года, после того, как мы вырастем компанию через 3 года. И привлекаем 40 миллионов рублей за 20% компании. Про команду еще расскажу. В команде участвую я, предприниматель с 17-летним опытом. У меня уже есть успешный проект производства напольных покрытий, поставки в федеральные сети, такие как Касторама, Би, Максидом. Также мой сооснователь — это Азам Хаджаев, он является амбассадором проекта, медийной личностью. Ольга — это экс-CEO компании «Просто цветы», которая с нуля вырастила компанию до второго уровня, до второй позиции в Москве. Это компания номер 2 в Москве на сегодняшний день. Также у нас еще есть один сотрудник, это директор по продукту, которого мы засекретили, который, собственно говоря, ведет именно разработки в плане IT-технологий и в целом по производству этого продукта, как он должен работать. Вот, кстати, самокаты я обещал показать, они готовы. На заводе. Контакты? А вот мои контакты. Спасибо большое. Все, всем спасибо. Спасибо большое. На мой взгляд, просто великолепный проект, и это еще лучше, собственно. Вот, спасибо тебе. Забрать.